Коллеги, все подключились, давайте начинать. Это был тяжелый год, точно тяжелее, чем тот. Неожиданно нам всем много он принес проблем. Но вот приходит новый год, он нам счастье принесет. И я верю, через год скажет отставный народ: это был тяжелый год. Бывали дни веселые, точно тяжелее, чем тот. О, а что, совещание началось уже? Неожиданно нам всем. Включайте, пожалуйста, лишний микрофон. Много он принес проблем. Это правая кнопка на экране. Вот приходит новый год. Пожалуйста, будьте аккуратнее в выражении. Он нам счастье принесет. На контроле оставлено одно поручение. И я верю, через год скажет атомный народ. Можно сказать? Непростой сложился год. Давай, Андрюха. Но мы упрямо шли вперед. Про города не забывайте. Хоть и трудно было всем, да уж, от нахлынувших проблем. Но мы же атомный народ. Люди — это главное. Мы крепчаем от невзгод. А вот это мы соптимизировали. Скажем благодарны всем. Позвольте, я коротко. Людям нашим нет замен. Доклад закончен. Этот не банальный год. Да уж, коллеги. Не банальнее, чем тот. Перебанальнее в разы. Неожиданно для всех. Кому как, знаете. Многим он принес успех. Евгений, вам слово. В новый 21-й год. Екатерина, добавите что-нибудь. Цифровой поставим код. Но не всем, не всем. Квантовые чудеса. Напоминаю, мы ограничены во времени. Сделаем за полчаса. Это был богатый год. Но денег на это нет. Хватит нам на год вперед. Будем на шаг впереди одной команды. Всех нежданчиков исчезть. Как Алексей Евгеньевич говорит. То, что было, это жесть. Вот это похоже на правду. Сроки, стройки, карантин. Так, идите, работайте. У нас проект премьер Минфин. Там все нормально. Ледоколы колят льды. И в будущем году в тех же объемах. Остальное полбеды. Это юбилейный год. Ну хватит уже, ну все уже, все. Юбилейнее, чем тот. Это точно. И возумы ВКС. А про скайп что, ничего не сказали? Удаленка лишний лес. Это кто как справился? Но приходит новый год. Скорее бы уже. Будет все наоборот. Что, точно будет? Знаем, точно повезет. Что, прямо всем? И тогда споет народ. Раз, два, три! Главное, будет новый год. Традиционно. Будет лучше он, чем тот. Это наша общая задача. Пусть пройдет он без невзгод. Договорились? Пусть он счастье принесет. Проработаем. Через 25 опять. Только не это. Юбилей нам отмечать. Нет, только не это. Мы можем сразу же начать. Отличная идея. Для чего ж так долго ждать? Ну, я думаю, можно уже налить и выпить. С наступающим 21-м, с отступающим 20-м. Два коротких, один с раскатом. Ура! Ура!